Те, кто нам противостоит, они фактически упустили ход времени. Они думали, что сейчас, как и 100 лет назад, физический отъезд равен исчезновению человека и невозможности продолжать свою борьбу. Но вот мы здесь с вами, и последующие 2 дня мы будем обсуждать, как еще мы можем быть полезными нашей стране и приблизить момент, когда мы сможем вернуться домой. Люди смогут поговорить отдельно друг с другом. Да? Может, что-то, какие-то новые идеи возникнут. Вы представляете, тут около 100 человек, массовый брейнсторм. Мы такое количество людей, например, в одной зум-конференции никогда не соберем. Мы общаемся с диаспорами отдельно все время. Диаспора Великобритании, диаспора Франции. Вот так, чтобы все приехали и поговорили друг с другом. Мы все вместе совершили существенную ошибку. В том, что не создали. Люди, они рухают змены. И поскольку вы тут... Я вижу, что в это противостояние Запада и Усхода. Ангажовать будет Жунцов. Зараз мы переходим в новый этап, это стратегия супротивления.